Всем привет! Сегодня будет распаковка лапша и чипсы. Если честно, я не помню, откуда это лапша. Я всегда для распаковок покупаю всяких вот таких вот вкусняшек. И чаще всего все годность у них пропадает просто из-за того, что я забываю про их существование. Но с этой все окей, поэтому мы ее распаковываем, пока срок годности не срок. Но он вроде бы до конца года. Хотя я могу и забыть о ней до конца года. Уже такое было. Поэтому начну. Надеюсь, вода уже еще не успела остыть. Я тут уже водичку приготовила, если вдруг окажется невкусно. Нифига себе. Выглядит как фунчоза. Очень похоже. Угу. Я сразу все, это надо все успеть. Так, я даже ножницы не взяла для этого всего. Минуту, секунду. Я так давно не ела лапшу, что я уже забыла, как обычно я ее ем. Так, а сразу ли все? Фишка в том, что я тут не вижу приготовления. Поэтому я не уверена, что именно сразу нужно класть, что нет. Без понятия. Может быть, это все потом нужно сюда класть. Ладно. Без разницы. Значит, начнем все сразу. Это все остается на моих ногтях. Но я перед этим помыла руки, поэтому ничего страшного, руки у меня мыты. У меня просто есть собака, и я привыкла очень часто мыть руки. Извините за такое эхо. Так получается. Я надеюсь, в следующий раз такого не будет, и в ближайшее время я куплю себе петличку. Я вся в этой штуке, все перемазалась. Ладно, потом помою руки. Надеюсь, мне не будут писать, что я свинка. А я свинка, я уже что-то просыпала. Я честно пытаюсь делать это все более-менее. Но получается, как всегда. Вот я не понимаю вот такие вот штуки, которых совсем немного. Как будто они что-то добавят вкусу. Я надеюсь. Просто это вообще никак не... Моя еврейская душа не позволяет этому остаться в упаковке. Извиняюсь. Выглядит, может быть, это не очень. Понятно, едим с фантиками. Опа. И последний штрих. Мне кажется, уже к этому времени все остыло. Вся вода остыла. Еще немного. Прошло минут 5-10. Там уже должно быть все готово. Я на это надеюсь. Выглядит, в принципе... неплохо. Я надеюсь, я не пролью. Я же не рукожоп. Конечно же. Будем это размешивать и пробовать. Я чувствую, я разговариваю как робот. Все нормально. Напоминаю, мы едим вот эту вот... Вообще я, но не важно. Мы едим вот эту вот лапшу из фикс-прайса. Вроде бы я ее брала в фикс-прайсе. Не помню точно цену. Мы ее брали с подругой. Поэтому... Я не помню, какая цена была, но мне кажется, не больше 55 рублей. Может, 70. Если я отдала за это 150, как некоторые лапшички там стоят, то... А мне нужно... Мне нужно задать к себе не какие-то вопросы. Вообще, я разучилась разговаривать, извините. И... Давайте просто начнем. Мне лучше промолчать, чтобы казаться более умной. А получается, как всегда. Я сегодня слишком эмоциональна. Я отвыкла снимать такие вот видео, поэтому получается как-то так. Извините, я давно этим не занималась. Так что, если будут какие-то косяки, пишите в комментариях. Надо быть менее эмоциональной, я обязательно учту это. Ладно, все. Мне кажется, у меня просто сейчас изо рта происходит набор слов. Поэтому лучше просто начать. Я жду просто, когда это еще и остынет. Сейчас вся в кухне будет в лапше. Вообще это вроде бы не острое. Но как будто мне уже везде в каждой лапше такое кажется, что какая-то пикантность присутствует. Очень похоже на лапшу из Ашана, которую мне мама покупала в детстве.
Очень вкусно. Вообще похоже на супчик. С какой-то совсем ноткой маленькой пикантности. Либо, я говорю, мне уже кажется, что в каждых таких вот азиатских штучках есть какая-то доля пикантности. Вот без нее они не могут. Мне так кажется. Мои вкусовые рецепторы уже не распознают обычную лапшу, только острую. Извиняюсь, если я слишком чавкаю. Вообще, кому-то это нравится. Некоторые снимают ASMR. Поэтому, извините. Так есть. Многие просили снять мукбанги. Мукбанги, или как это называется? Наверное, так. Я уже не являюсь молодежью, наверное. Поэтому... Поэтому. Я без комментариев. Очень вкусно. Мне нравится эта лапша. Ставлю лайк. Не знаю, 7-8 из 10. Хотя... Мне давно вообще не нравятся дошираки и роллтоны, поэтому ладно. Извиняюсь, у меня резко оборвалось видео. В принципе, из-за того, что я давно не пробовала лапшу, и мне надоели дошки, роллтоны, именно вот покупные. Могу поставить, могу. Что за слово? Ставлю это лапше 9 баллов. В принципе, хорошо. Я с удовольствием это сейчас доем просто. Я уже такая смотрю и... Я забрызгала всю кухню. Это вкусно. Это можно есть. Ставлю лайк, даю разрешение. Если это, вот эту вот лапшу увидите в экспрессе, берите. Неплохая. Меня флешбэкнуло в детство. Я говорю, мне мама варила что-то такое не пикантное, вообще не острое, но... И она вообще не похожа на пикантное. Я не знаю, почему вот азиатские все вот такие вот штуки с какой-то долей пикантности почти всегда. Все хорошо. На этом закончим. Если вдруг нравятся такие видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше их, тем чаще я буду снимать такое. Ведь я вижу и мотивируюсь вашими отзывами, комментариями. Короче, все. Всех обнимаю. Всех. Всем пока.